Ми-8 Владимира Воробьева. Вертолет, выполнявший обработку крыши станции, задел лопастями трос крана и рухнул на землю. В катастрофе погибли 4 члена экипажа. Поначалу эту трагедию пытались умалчивать. Ни одного сообщения о крушении вертолета в Чернобыле в советской печати не появлялось. В тот день на площадке объекта открылось 160-метрового немецкого крана. Крановщик оставил стрелу развернутой немного влево. Внизу младший Воробьев погиб на глазах старшего. В акте о гибели вертолета Ми-8 МТ и экипажа указана причина – сход направляющего винта вертолета.